десятки лет этот источник родниковой воды пользовался большой популярностью. К сожалению, колодец в парке Яковлева оказался в плачевном состоянии. Многочисленный мусор препятствовал забору воды. Неравнодушные жители обратились за помощью к муниципальным депутатам и администрации, чтобы спасти источник. Чистим колодец, наш колодец, который поил весь этот край, всю эту деревню на протяжении многих лет. Мне 63 года, и с раннего детства я знаю, что он существовал. Колодец не просто отголосок прошлого. Эта скважина имеет большое значение для местных жителей. Как рассказывают старожилы, из-за уникального расположения колодцу не страшен мороз. Он не замерзает, а летом не боится засухи. Заместитель главы городского округа Денис Юрков отметил, обращения по поводу очистки колодца поступали в администрацию и к депутату Татьяне Кавторевой. Колодец пользуется большой популярностью среди жителей, но, к сожалению, хулиганские, скажем так, действия привели к тому, что там был набросан бутылки, мусор. Мы сейчас приводим его в порядок, в последующем возьмем пробы воды. Пластиковые бутылки, игрушки и прочий мусор из колодца достали. После антисептической обработки воду возьмут на пробу в лабораторию. Если ее качество окажется удовлетворительным, колодцем можно будет пользоваться. Андрей Липанов, Елена Тараненко, новости Химки ТВ.